Ребята, всем привет! Вы уже знаете из названия, из превьюхи то, что мы насобирали 10 миллионов. Выражаю благодарность всем игрокам, всем подписчикам, всем, кто помогал, приносил тут глаза, дерево, фантом. А подписчик Паша Босдок вообще подарил 5 миллионов. В общем, сбор средств завершен. Я вас поздравляю, ура! В общем, как же я накопил 10 миллионов? Ну, как вы видите, вот эти вот все кубы, вот эти ледяные снежные кубы, это фантом дерева. Даже еще осталось, вы посмотрите сколько здесь прицепов, сколько здесь машин, сколько людей здесь трудилось, вы только представьте себе масштаб. А также у меня осталась еще кучка глаз, пока не придумал, что с ними делать. Ну, вот как-то так. Ну что, ребятки, погнали совершим эту сделку с дьяволом, а? Let's go! Вот 68 долларов. Ща. Давай быстрее, блин, ты не один в очереди. Вот, возьмите, пожалуйста. Спасибо за покупку, приходите к нам еще. Следующий. О, да неужели моя очередь подошла? Здравствуйте. Вот 68 долларов. Ща, погоди, я тебе мелочи наскребу. Спасибо за покупку, приходите к нам еще. Следующий. Йоу, здорово, Сляп. Чё, как там? Давай быстрее пробивай. Здравствуйте. Вот 68 долларов. Это нормально вообще? Ты посмотри, что творится, а? Похоже, твое корыто дырявое. Парни, наша палка нестабильна, так что пусть ей кто-нибудь заправляет один. А давай это будешь ты, у меня не выходит. Ну ладно, я так я. Я поопытнее буду. Прости, дружище, не хотел. Твою ж за ногу, динамит забыли купить, ребята. Парни, я упал! А, вы тоже упали? Ага, капец, здесь темно! А где свет-то, а? Я палку нашел! Это, конечно, круто, а свет-то кто-нибудь скинул? Я упал вместе с тобой. Нет. О, я нашел, я вижу, где свет!
него добрались. Да, наконец-то. Эй, Джек, ты что делаешь? О, да, массаж плечей, как я долго этого ждал. Ну что, парни, вы готовы? Да, давай начинай, сейчас такое будет. Ну ок. Я могу дать тебе силу великого строителя. Ты принес 10 миллионов? Да, принес, вот держи. О, ништяк. Это пук магических пони. Они наделили тебя силой, а теперь вали отсюда. Я сразу понял, что это запах пердежа. Откуда ты знаешь, как пахнет пердеж пони? Ты лучше спроси у этого типа, как он этот пердеж собрал. В баночку, что ли? Да ладно, ребят, мне вообще кажется, что нас киданули на 10 лямов сейчас. Итак, ребята, все шутки в сторону. Теперь давайте посмотрим, на что способен этот бонус. Первое, что мы видим, это то, что наша территория изменила цвет. Она стала цветом детской неожиданности, светло-коричневого цвета. По поводу стройки, вначале я очень разочаровался, потому что не смог застроить вот этот вот чертеж вот такой вот маленькой деревяшкой. По идее, он должен был застроиться, но почему это не происходит, я не понимал. Тогда я полез на форум Lumber Tycoon 2, на твиттер разработчика и узнал, что такие деревяшки не способны заполнить чертеж. А вот такие тонкие квадратные листы вполне. Вот сейчас мы находимся на территории моего подписчика Артема, и как вы видите, когда мы кладем этот квадрат в чертеж, он заполняется на 19%. А теперь давайте посмотрим, что будет на моей территории. Строим тот же самый чертеж, берем эту же самую деревяшку, кладем и вуаля! Все построилось! Вы прикиньте, как это круто! Вот с такого деревянного блока я теперь могу построить 3 или 4 чертежа полностью! А раньше такого блока хватало всего на один чертеж, и то не всегда. Если кто не может в это поверить, просто зайдите в Lumber Tycoon и попробуйте построить с такого куска ту же самую дверь, лестницу или стол. А теперь ради эксперимента давайте купим длинный стол и построим его точно с такого же куска дерева. Хотя этот стол больше и требует больше древесины, но он все равно застроится ровно с такого же количества древесины. Магия, не правда ли? И это круто! Так что, ребята, копите 10 миллионов, приобретайте этот бонус и стройте с легкостью. Магазины, огромные дворцы и вообще на что способна ваша фантазия. Ну а я вам желаю огромной удачи, а также не забываем про лайки, про ваши комментарии и подписку, кто еще не подписан. Ну все, на этом все, пока!